Вечный спор, кто лучше, блондинки или брюнетки, пытались разрешить на Энгельском пляже газета «Комсомольская правда» совместно с РЕН-ТВ «Саратов». 10 девушек объединились в две команды, чтобы навсегда расставить точки над «и». Так кто же круче, блондинки или брюнетки, узнала наша съемочная группа. В Саратове много девчонок. И все они очень красивые. Красивые саратовчанки собрались на Энгельском пляже. Две команды, каждая по 5 человек. Блондинки и брюнетки пытаются решить вечный спор, кто круче. При этом девушки соревнуются не красотой, а именно цветом волос. Организаторы мероприятия – газета «Комсомольская правда» и РЕН-ТВ «Саратов». Прекрасное настроение, девочки, участницы готовились, вот, конечно, очень волновались, но на площадке уже расслабились, вот, и хорошее настроение дарят как всем отдыхающим, так и самим себе, вот. В принципе, хочется продолжить данную статистику, так скажем, еще раз провести такое мероприятие. Возможно, в следующем году. Возможно, успеем в этом. Конкурс проходил в 3 этапа. Претендентки выкладывали свои фото на сайте «Комсомолки» для голосования. По итогам выбрали 10 участниц, набравших больше всего голосов. 5 блондинок и 5 брюнеток. Они встречаются в финале на Энгельском пляже. Презентуют себя по-разному. Кто-то песней, кто-то стихами. Последний этап – интеллектуальный конкурс. Блондинки ломают стереотипы и с разгромным счетом побеждают брюнеток, ответив на все вопросы. Самые очаровательные девушки, по нашему мнению. Вот приз зрительских симпатий достается брюнетке Елене Курнушко. Говорит, в следующий раз обязательно выиграют у блондинок. Команду я свою не знала, я узнала их только сегодня. Я первый раз их увидела. Понравились, но не все. Вот, в общем, девчонки хорошие, позитивные, все старались, все молодцы. Ну, жалко, конечно, что мы не выиграли, но зато я получила приз зрительских симпатий, вот такую вот подушку. Главные призы для победительниц – сертификаты на фотосессию. При этом все участницы получили призы от партнеров конкурса. Эллада Абжалимова, Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.